И всем привет, с вами Никитос и мой друг Влад, всем привет. В итоге та серия прервалась из-за того, что были неполадки с камерой, с микрофоном. Мы ее остановили и начали новую. Джеймс, как всегда, продолжает тупить. Кстати, буковка Т — это чтобы он бежал за тобой. Сейчас сидит за клавиатурой Влад, я уже устал пробовать, куча попыток сделал. Я имею в виду то, что Джеймс очень сильно тупит. Вот эта вот женщина, знаете, которая сидит. Если ее не трогать, просто мимо пройти, она вам ничего не сделает, не убьет вас. Но Джеймс начал стрелять по ней, в итоге опять убил. Я не знаю, она у нас убила, я не знаю, какой раз мы уже пробуем. Сейчас опять двигатель будет сломан. Нет, повезло. Ну, Джеймс, видите, тупит. Давай ему команду. Чё за фигня? О. Блин, зомбак бежит. Вот откуда он? Да, Джеймс, ну вот смотрите. Слава богу. Всё? Да, с другой стороны лучше едь. С этой? С другой. Нет, другой надо было. Зря ты прыгнешь сейчас. Главное, не взорвалась бы. Да нет, быстро доехал. Помню, сейчас главное не к заправке ехать, а туда, где я был. Около полицейского участка. Загнать монстра туда. Давай сейчас не на заправку. Да объедь, просто объедь. Да F жми, что ты жмешь-то сильно? Далеко тянуть. Главное, чтобы Джеймс сейчас не убил. Кто поджег машину? Джеймс? Давай там толстяк. Главное, чтобы Джеймс не все не испортил, кстати, он в прошлый раз помогал. Видите, толстяк не проходит. Давай просто спокойно его гаси. Извините, сейчас очень плохо слышно, и музыку я вам уже показывал, ее не убрать. Вот, смотрите, уже добивает Влад монстра, там бабушка. Давай, добей его. Вот, все, мы добили, можно спокойно играть, но мне кажется, это не все. Сейчас, мне кажется, прилетит вертолет, или военные приедут, либо потеряется Джеймс, начнет опять сильно тупить. Все может быть. Вот его труп. Вот такой вот зомбак. Да ладно, не надо зомбаков. Так, не надо, не надо, блин, ты что делаешь? Не хватало нам еще. Все, беги заправку, бери. Заправки иди, бери. Все, что там нужно. Надо взять машину. Да не надо машину брать. Надо машину брать. Потом возьмешь. Сейчас еще к заправке подъедешь и взорвется все. Самое прикольное, что бензоколонок нет. Видишь, встань, встань на красную-то. Что? Ну, блин, это потому что там должна была быть бензоколонка. Бери копскую машину и погнали. Блин, она стоит еще. Её, наверное, толстяк сюда загнал. Двигатель сломан, блин, ну. За это ты, наверное, плохо. Сейчас тоже будет двигатель сломан. Нет, повезло, 129. О, там это, смотри, что там. Ладно. Давай тогда, бери Джеймса, он не тупит хотя бы. И сразу, блин, сразу сейчас подъезжай к дому, потому что, помнишь, в прошлый раз у меня закончился бензин, и не получилось. Сработал глюк. У меня много, мне бензина достаточно. Ну, бензин достаточно, главное в гору нормально въехать. Был глюк, я не знаю, вот это опять же отзыв об этой игре. Глюк, бесконечные зомби. Считай, мы не успеваем уйти, а Джеймс стреляет, стреляет зря. Поехал бы по городу. Хотя это внедорожник, джип едет. Ну, как-никак лучше. Блин, вот этого еще не хватало. Чё-то меня заносит. Ай, блин! Главное не взорваться.
Ну, слишком... Слишком уж все плохо и... Нереальное управление. А зомби все спавнится и спавнится. Физики ноль. Вообще жесть. Не помню, на какую гору ехать. Да езжай через город, вон туда сейчас вверх, и там же определимся. Насрать, если прыгунок прыгнет. Вот если прыгнет. У меня очень мало бензина осталось. Да какой мало, у меня в прошлый раз 40 было, я успел до дома еще доехать через город. Совет тем, кто будет играть в игру, если будут играть, берите машину с большим количеством бензина. Совет вообще не играть в эту игру, вашу психику жесть как разрушить. Я уже не могу. Поиграйте в Outlast. Да в Outlast хоть лучше играть. Я бы заснял серии, но в Ютубе и так уже много серий. Если вы захотите, а вот вас пишите в комментариях. Или в группе ВКонтакте. Да, ссылка не забывайте, будет под видео. Не забывайте про группу ВКонтакте. Ссылка группы будет под видео. Не задави их. Еще не хватало с ними перестрелять. Давай уже выполним эту нормальную миссию и сохранимся. Вау. Отлетело кое-что у меня. Только не упади. Господи. Что? О, нет. Прыгунок. Я же говорил, такая музыка появляется, когда он. Это не музыка, но это не музыка, а свист и вот этот звук. Он нам особо не... Сейчас направо. Он особо не мешает этой машине. Вот опять отзыв об этой игре. Непродуманный прыгунок, которого хрен убьешь. Нет, он продуман довольно хорошо, у него есть свой мозг. Да не знаю, да дебилный. Дебильный. Слава богу. Он испарился. Пока, ни хрена себе, пока мы там, блин, бегали от толстяка, он нам просто пока... Теперь у Джеймса есть полицейская машина. Блин, на задание только не заедь. На задание не заедь, там надо сохраниться. Не заедь на задание. Фух. Просто помнишь, я в прошлый раз зашел, все, задание началось. Давайте тогда сохранимся и поедем. Ты был прав, забор заспавнился. Да. Хороший тормоз. Давай сразу сохраняемся и поедем посмотрим на жителей. Мало ли мы сможем к тебе в команду взять. И нам это... Будет задание легче проходить. Да, что... чем больше у вас друзей, тем лучше. Очень тяжело все это проходится, потому что не проработки какие-то. На любой давай. Так, давай открой карту. Карта. И рядом с тобой там где-то находится. Это дай, 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 дай. Как мы здесь находимся? Что за бред? Че? В доме никогда, даже смотря по обычной этажке, в доме никогда ничего на карте не указывается. Ты нет, там видел, на какой мы местности находимся? Неужто больше не придет? Придет еще. Не как? Придет. Там-то сохранение у нас было такое. Да не карту, ты чё? На крышу залезть, ну ладно. Да зафига тебе на крышу. Вот. А разве это он? Мне казалось там. Ну да, ладно, давай к нему. Это то. Сейчас мы поедем вот сюда. Я уже сказал. Давай, не надо на крышу сразу тогда езжай. Надеюсь, копская машина осталась. Ну да. Блин, она не в лучшем состоянии, но бензин у нее есть и двигатель работает. Это единственный и лучший вариант, что сейчас есть. Надеюсь, мы сейчас не зря поедем туда. Еще вылезти-то вылез, а вот пролезть. Еще один удар и все, машина сгорит. Ну нафиг ее вывозил. Надо найти новую. Будем надеяться, что у мотоцикла не сломан. О, отлично. 86 хватит. Достаточно. Только не врежься и надеемся, что никакой монстр новый не попадется. Погода говно. Были бы хотя бы читы на погоду. Вот читы на погоду, согласен, были бы. Минус в том, что он неуправляем. Ты сейчас упадешь. Нет, повезло.
Не повезло, просто я умею водить. Ты не туда едешь. Я знаю. Мне надо было развернуться. Я говорю, им сейчас во время зомби-апокалипсиса не проработано ни машины, ни мотоциклы тем, что ими невозможно управлять. Да это и в обычной GTA-шке. Нет, в обычной GTA-шке там управление получше. Ты такой, вот машина вообще. Не проработана. В принципе, как трамплин, нормально будет. Вот сюда сейчас поворот направо. Ну что, давайте искать выживших. Выживший! Ты уверен, что он не будет стрелять? Стой. Убери оружие. О, смотри, сколько выживших. Надеюсь, если мне... Мне кажется, или выжившие заглючили, они куда-то уходят. Боюсь, если они начнут стрелять, мы точно не выживем. Да не будет. Захрена тогда на карте. Он Тревор, что ли, там он ходит. У них достаточно много оружия. Я-то думал, мы сможем их в команду взять. Ладно, бери у них машину хорошую какую-нибудь. А мне так вертолет лучше. Если он есть и работает. А, нет, тут цвета разные. Ты умеешь на нем хоть летать? Ну да. Я имею в виду, нормально сейчас прилетим, не врежемся. В смысле, ему бензин не нужен, да? Нет. Дождь идет, погода говно, как я уже говорил. Все не управляем. Пожалуйста. Да не, вертолет. Я умею вертолет, но не хочу играть больше в эту игру. Куда ты летишь-то? Надо же посмотреть, что в округе. Давай нам в военную базу слетаем. Я не знаю, как хотят. Не, давай лучше в аэропорт, а потом возьмем самолет, так будет быстрее. Я знаю, конечно, где пулемет лежит в обычной GTA. Да нет, здесь все по-другому. Нет, здесь очень много похоже. Да здесь все по-другому, Влад, это бестолку будет. Ну. Да вон ты военную базу просил, дай. Сейчас. Что ты делаешь? Если что, для тех, кто играет в просто GTA, вот на этих железнодорожных путях находится там пулемет. Не в каждой GTA-шке есть. Если GTA-шка Сан-Андреас Форсаж, нет, не будет. Нет, извините за ошибку. Не здесь. Ты сейчас вот запутаешь, здесь. Они вообще не поймут. Вот здесь. Чё ты карту-то не умеешь? Колёсико покрути. Не знаю. Дошло, да? Давай, давай уже на военную базу. Так. Военная база. В пустыне. Она там. Вон там череп. И мы летим на красивый такой череп. Мне кажется, там очистка и нас просто расстреляют. Ну, давайте там посмотрим. По воздуху нельзя летать, как мне известно было. Да это без зомби-апокалипсис. Посмотрим, что здесь. Там ПВО-то всегда работало. Сравнил, это разные игры. Это как Arma 2 и DayZ. Да, на машине, я думаю, было быстрее. Так ты просто нажми, держи. Так он падает. Он не упадет. Не, он изредка падает. Не знаю, кучу раз. Ай, вытесняешь мой палец. О. Да, город пустой. Мы теперь знаем то, что... Если увидели жителей, которые на карте, там, человечек... Они вам не помогут, они просто там ходят. Я так. Вы можете их убить и забрать их оружие. Да это глупо. Смотри, это, наверное, сделано для того, чтобы если за вами бежит какой-нибудь страшный зомбак, вы можете прийти туда и вас спасут. Так, смотрим, работает ли ПВОшка. Будем надеяться, что нет. Вроде не работает. Приземляйся. Надеемся, что тут танк есть. Мне кажется, сейчас куча зомбаков в зомби. Там бронежилет. Ой, тебя стреляют, ты что, не видишь, Влад? Вижу. Так зачем ты тебя сейчас расстреляют? ПВОшка работает. У него базука есть. У него есть ракетница. Это, по-моему, ПВОшка. Нет, это была ракетница. ПВОшка по-другому стреляет. Там он начал, это была ракетница. Тебя все равно сейчас не слышно на музыку.
Ладно, давай следующую миссию на этом закончим. Надеюсь, на миссии не закончим. Как вы знаете, здесь миссии дурные, дебильные. Ладно, давайте мы заканчиваем серию на ты этом. Ты чё, на этом? На там этом. Там минуты две, наверное. Ну, не две, я образно говоря. Ну, минут 20 точно есть. Если они... Если зрители сейчас смотрят, то поздравляем. Вы юбилейные зрители. Почему? Ну, почему? Некоторым неинтересно становится, и они не смотрят там много. Стадо барана. Что ты хочешь? Убрать. Да ладно, заснять, как они падают. Мы же уже это снимаем. Оп. Вон на что голову раз, на третьего еще не озубит. Какие-то странные. Который залез к нам. Видишь, не зря. Владение АК-47. Ну это по-любому от другого выстрела бы. Даже если в миссии было бы. Все-таки хочется поиграть в GTA 5, где все проработано, все нормально. Я, конечно, могу заснять и GTA 4, но зачем? Ведь она давно уже вышла. Никому не интересны эти обзоры. Да, вообще никому не интересны обзоры. На GTA 4? Ну, шутишь? Почти всем не интересно уже. Всем интересно на GTA 5 или другое что-нибудь. Да, конечно, у кого ПК еще? Как смотри? В смысле? Что это за варнет? Пришли, миссия выполнена. Учись, как надо выполнять миссии. Я за несколько вон секунд прошел. Написано. Доступно в доме Джо. А, мы теперь в дом Джо должны прийти. Довольно далеко. Да ты чё, мы оттуда пришли. Я знаю. Ну далеко. Как мне не нравятся эти звуки. Если бы честно, я их вообще бы отключился, можно было бы. Блин, а Джо, мы, насколько знаем, он еще тупее. Надеюсь, мы не будем с Джо играть. Нет, это лучше с ним хотя бы играть, хоть кто-то стрелять будет. Ну, это да. Может, миссия на втором этаже? Мне тоже так кажется. Как обычно. Ну да. Исчезновение, Джо. Не пропускай. Вот почему в каждом доме обязательно зомби поднимаются к нам. Я в туалете. Как всегда это будет. Ты возьми, у тебя же автоматы там есть. Я знаю. Мне не выйти, понимаешь? Я его возьму. Когда ты берешь автомат, он прикладывает под экран. Я понял уже это. Мы даже не сохранились. Давай заново машина, Джеймс. Что? Давай заново машина, Джеймс. Ну, почему бы и нет? Та самая дебильная миссия. Мне кажется, если ехать на ту базу военную... Да ну нафиг. То... Я думаю, мы когда... На машине только. Только на машине. Ты никуда идешь? Я знаю. Я просто посмотрел на зомби. Да господи, ты не смотрелся, у меня уже этот зомбаков башка болит. Я на самом деле толстяка искал. Что-то давно мы его не видели. Давно. Ну, минут 10 назад. Миссия выполнена. Прощай, Джеймс. А что Джеймс? Блин, Влад, надо было не пропускать. А, я не пропускал. Разве? Да, я там ничего не нажимал. Там показали, что он что-то говорит и... Я ничего не нажимал. Чем, походу мы одни останемся сейчас. Приготовлю-ка я оружие. Ну, оно сейчас и в доме исчезнет. Мне так кажется. Ну или встану у выхода. Нет, не исчезло. Ну или встану у выхода и буду готов гасить зомби. Мне кажется, когда миссию начнешь, оно исчезнет. Я хочу, чтобы... Это точно. Оно исчезнет. Так же, как и Джо. Ну, это мы уже видели. Не надо! Мы же это уже видели.
мне эта музыка. Хотя мне выключат. Забанит еще. Че пусть? Не пропустить. Они будут бесконечны. Помню тот вам. Вот твой приклад, что ты? Вот. Беги, ну беги. Ну действительно, у тебя мало жизни, ты еще хочешь покончить с собой. Инвентарь, инвентарь. Аптечка, аптечка, аптечка. Вовремя ты где-то. Сейчас еще, знаешь, прыгунул. Бегите, с тобой, наверное, сейчас ухочет. Он не может быстро бежать. Ты не туда бежишь? А, куда? Мне странно, что за дом Майкл? Я что думаю? Я читаю все, что написано. А, я не видел просто. Что за бред? Как-то глупо. Что это было? Споткнулись. На ровном месте. Что за бред? Сохраняйся. Иначе, наверное, какая-нибудь женщина идет, нет. Может, выживший нашел. Ладно, давайте помолчим, посмотрим. Да, ага, так забанят. Из-за музыки. Авторские права. Ты там не каждый же музыку. В смысле, за оружие, наверное, отобрали, да? Давайте посмотрим на карте, где мы сейчас. У нас карту отобрали открывать. Оружие. Так, получается, мы от дома уменьшим. Чей, увеличим. Нифига себе, нас от дома отнесло. Где наш дом-то? А нас, наверное, вот эти подобрали, которые все время на машине мимо проезжают. На всякий случай. Там пистолет, по-моему, есть. Нет, мне показалось. Да, эти люди забрали, которые все время мимо нас проезжают. Ты их сразу только не гаси, мне кажется, они добрые. Слабатый. Вот самое интересное, он забрал все наше оружие. Предостокровавый, скажи ты. Я даже не понимаю, как это ты хочешь сказать. Предостокровался. Возьмите еду. Оружие не нужно. Не еда, не так важно, как оружие. Да блин, видите, что ты застрелишь. Я посмотрел на тебя. Теперь к нему. Типа ты поел, короче. Блин, эту музыку не отключить, жалко. Да, это очень плохо. Можно нас опять отключить. Да, я боюсь, что не отключат. Даже если отключат, тоже плохо, но боюсь, что нас не слышно из-за музыки. Надо пересмотреть, а то нас, наверное, вообще не слышно. Все, музыка как раз пропала. Неужели уже выключили? Он съел всю его еду и теперь, походу, сейчас в магазин. Что? В магазин вы сейчас поедете. Он сказал... Блин, я всегда хочу, чтобы кто-нибудь другой за руль сел. Так быстрее было бы. Хотя не знаю, как он будет. Погода говно, мы теперь вообще в другой местности. Вот куда вы? Там озеро. Ой, речку. Или это озеро. Чё ты не можешь ездить, как нормальные люди, по дороге? Там нет дороги. GTA San Andreas... Динозавры, вы будете просто вот в лесу, будут динозавры, а вы будете просто в городе будет так все нормально. Так что, если хотите, можете GTA. Что там делать? Я тут ни при чем, дорогу скользит. Так а зафига ты поехал по горе, это тебе не GTA 5, где там любят ездить по горам. Это самый краткий путь в гимназии. Мне кажется, по дороге было быстрее. Я проехал насквозь. Видишь? Блин, взял его машину полностью. Водовал. Старик, сколько у него бензина?
кажется, сейчас он купцов найдем каких-нибудь. Взять ящик, клавиши Enter. Бросить ящик, левой кнопкой мыши. Нас прикрывает. Он нас прикрывает, прикрывает. Да? Ты ему команду дай. Он взял команду. Блин, тебя сейчас эти убьют. Он умрет, умрет. Давай на этом закончим. Да, на этом заканчиваем видео. Подожди, давай заново зародимся. Покажем, что мы все-таки живы. Да, это уже пропускай. Блин, может, нас из-за музыки не слышно, так что... Всем спасибо, пока, спасибо, с вами был Никитос. Заканчиваем видео на этом. С вами был Никитос и мой друг Влад. Всем пока. Всем пока, не забывайте про группу ВКонтакте и поставьте палец вверх и подпишитесь. Ссылка на группу будет в описании. Давай, F9.